У нас, кстати, и собеседник имеется. Это, между прочим, муниципальный депутат Никита Юферев, который... Расскажешь? Я расскажу. Это человек, который подумал, что чего зря сидеть сложа руки, можно разобраться и отправить соответствующий запрос. А как это Владимир Путин соблюдает, а может не соблюдает требования законов Российской Федерации? И, значит, Никита потребовал возбудить против Путина уголовное дело о фейках об армии. Я, кстати, не знаю, вот в деле Ильи Яшина или, например, Алексея Горинова там было конкретно претензия, что они войну войной называли. Но вот, тем не менее, Никита, расскажите, пожалуйста, про ваш запрос. Куда вы его отправили? В Генеральную прокуратуру, наверное? И, в общем, какую реакцию вы ожидаете сейчас? Да, здравствуйте. Запрос направлен генеральному прокурору и министру внутренних дел. Ну, я направил сразу высшим должностным лицам этих организаций, потому что преступник у нас все-таки президент, и рядовой оперуполномоченный им, конечно, заниматься не будет. Я не первый раз направляю такие обращения. Начал это с сентября, когда Сергей Кириенко, он первый из высших должностных лиц, назвал войну войной. И я написал на него тем же самым людям. Полиция провела проверку, провела экспертизу и сказала, что Сергей Кириенко ничего такого страшного не имел в виду. Он имел, да, то есть он называл войну войной, но это не страшно. Потом депутат Сергей Миронов тоже очень любит называть войну войной. Симоньян, Киселев, вот они в последнее время прям разжухарились. И на них тоже я писал такое же заявление. Полиция отказалась рассматривать и попросила меня не злоупотреблять правом на обращение. Я думаю, как это так получается? Вот недавно же девушку из Тюмени, ее оштрафовали по административному делу за «нет войне», и там причем со звездочками в «войне» было написано, говорил, что это «нет вобли» на самом деле. И то есть получается, что если говоришь «нет войне», то это преступление. Если говоришь «да, войне», то это нормально? То есть понимаете логику какую-то здесь или нет? Ну, логика, конечно, в том и заключается, что ее здесь нет, правовой логики как таковой. Правовая система разрушена в нашей стране, к сожалению. И то, что позволено говорить Кириенко, то, что позволено говорить президенту, не позволено говорить нам с вами. Мы сразу становимся именно агентами, дискредитирующими. Да, у меня тоже есть протокол по дискредитации российской армии или распространителями фейков. Вот вы сказали, что президент, скорее всего, дискредитировал своими словами действия российской армии. Мне кажется, он распространял именно фейки. Это более суровая уголовная статья, и именно по этой статье я направил обращение в Генеральную прокуратуру. Ну, я как понимаю, у вас же вообще длительная история уже взаимоотношений с президентом, потому что это вот как раз я зрителям должен пояснить. Никита состоит в том самом известном муниципальном образовании Петербурга, которое целую петицию отправляло в Госдуму с требованием снять Путина с его поста. Вот напомните, что у вас было тогда за требование, и тогда как раз, как я понимаю, обращение, оно на широкие массы было ориентировано, так как, ну, Владимир Путин буквально обманул россиян, то есть он затеял войну, к которой не был готов, и поэтому, по вашему мнению, как я понимаю, должен был заслужить отставки с своего поста, и вот должна была начаться процедура импичмента. Да, у нас оппозиционный муниципальный совет. Так получилось, что жители выбрали в большинстве представителей оппозиции, а не партии «Единой России». И мы с самого начала войны различными способами протестовали против этого, писали петиции, проводили открытые заседания с большим количеством людей, которые не могли люди выйти на митинги, они приходили к нам на заседание. Потому что это все-таки заседание органа власти, и там более-менее легально можно находиться и высказывать свою позицию. И вот в сентябре мы проголосовали, большинством голосов приняли решение направить в Государственную Думу письмо с требованием отправить Путина в отставку по обвинению в государственной измене. Мы посчитали, что его действия, война, которая им развязана, она вредит России, она вредит жителям России, огромное количество потерь среди мирного населения. Да? Мы не говорим про Украину, потому что депутатам Государственной Думы, ну, наверное, им может быть все равно насчет Украины. Да? Но насчет нашей страны, насчет России им должно быть не все равно. И мы делали именно упор на то, как война вредит России, вредит экономике, вредит людям. И первопричиной этой войны был Владимир Путин.
Поэтому мы предложили им обвинить его в государственной измене и отправить в отставку. Так предусмотрено федеральным законом и Конституцией Российской Федерации. Но суд посчитал, что вот это наше законное обращение, оно чем-то... Ну, мы же не предлагали сделать с президентом что-то противозаконное, да, мы предложили воспользоваться легальными процедурами, но суд посчитал, что это все равно дискредитация армии, может быть, как его главнокомандующего, может быть, еще как-то вот армию к нам приплели. То есть за то, что Путин дискредитирует армию, воюет ей, она проигрывает, отступает, значит, вас в итоге обвинили в дискредитации. Ну, почему бы и нет? Да, шесть депутатов из семи, которые проголосовали за это обращение, получили по 40 с лишним тысяч штрафа только за то, что подняли руку во время голосования. Ну что ж, Никита, спасибо большое. Я надеюсь, что ответ, который вам пришлет Генеральная прокуратура, мы его прочитаем, а дальше пойдем смотреть на суд, в суд, как его будут проводить над президентом Российской Федерации Путиным, потому что нарушение закона о фейках, конечно, не должно оставаться безнаказанным. Ну, а нарушение мы видели налицо. Спасибо, Никита, большое. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным.